Всем добрый день. Я сейчас поставила на запись. Это короткая планерка. Как быстро выйти на уровень золотого директора до 14 каталога? Дело в том, что я смотивировалась лучшим результатом России. Как ребята быстро открывают звания за званиями, за год 2-3 звания закрывают. Есть ребята, которые за год открыли бриллиантового директора, сейчас закрывают. У нас в команде Лили Большакова тоже открыла звание директора за 6 недель. Вот. И сейчас в этом во втором каталоге, нет, в третьем каталоге у нее открывается одна директорская группа, вторая ветка на 18%, то есть быстрый рост. А мы с ней пообщались, все это делается на wellness, стратегия wellness плюс knowledge. Я сейчас очень многим партнерам звонил и прям в личку проговаривала, как делать, на что делать фокус. Вот. И сделала вот эти вот слайды. Надеюсь, вам будут они в помощь. Потом я скину. Это пробная презентация. Потом я еще раз перезапишу, либо ну, просто проведу вебинар. Итак, да. Первое, с чего начать, да, и мое было знакомство с Wellness, это когда моя история, да, короткая с Wellness, мы более 10 лет я не могла забеременеть, как только не лечилась. Потом пришел Wellness, и вот как-то так вот я случайно узнала, что я беременная. Пропила где-то это 5 месяцев примерно Wellness, а потом начала узнавать, что пошел бэби-бум, и те люди, которые не могли долго забеременеть, получалось так, что беременели. Ну, кроме того, я быстро восстановила после родов фигуру, то есть я набрала где-то 25 килограмм, потом за полгода скинула, ну, где-то порядка 15-20, ну, остальное осталось, то есть моя норма. Вот, и когда я очень много слышала отзывов, у кого-то был псориаз прошел, у кого-то проблема с гастритом, у кого-то еще какие-то вот хронические заболевания, повысился иммунитет, люди начали приобретать фигуру, стройнеть, форму, выносливость. Мужчинам называют, что wellness витамин – это мужская виагра. И все больше, больше, больше всего слышала истории, их миллионы в интернете. И, конечно же, когда была возможность поехать в Егилезу, там, где непосредственно создавался Wellness, мне нужно было задать основной вопрос. Что произошло, как мог так Wellness повлиять, и многие сотни историй я читала, слышала вот по поводу беременности. Это был мой вопрос. Другие люди задавали, почему ушел псориаз, как это происходит, как профессор. Ну, вот, и на это отвечал нас профессор Стикстен. Изначально он, еще раз, это некоммерческий проект Wellness. Над этим проектом он работал 7 лет, создавая уникальную такую формулу, чтобы подготовить людей до операции, после операции, потому что он занимается трансплантацией легких и сердца. Вот. И сейчас сразу нам пришла история, которую нам рассказали на теплоходе, который я была, ну, участником, также по поводу пересадки органов. Девушка, которая забеременела, тоже долго не могла иметь детей, ей сделали ИКСИ, подсадку, и у нее трое малышей. Она была беременная уже на хорошем сроке, и узнается, что сердце ее уже не выдерживает, и нужно что-то принимать решение. Ей кого-то нужно оставлять живых. Понятно, что вот, я знаю по себе, насколько, как вот эти все лечения, насколько дороги детки, беременность, тут на все идешь, да? Обзвонили всех врачей в России, все отказали, и через компанию Reflame связались с Тигом Стеном, девушки сделали операцию, вот, и она как рассказывала, то есть все малыши, все родились здоровыми, хорошими, и ей каждый день она принимала по 8 порций коктейлей Wellness. Это вот еще о том, что с какого возраста можно принимать, можно ли беременным. Это коктейль разработан только изначально подготовить до и после операции. И у Стига Стена, и также команда нутрициологов, ведущих шведских ученых, они сотрудничают с Гарвардом, то есть они изучают, потому что
Правильное питание, построение клетки кожи. Очень важно, как примет орган этот, примется, да, вот пересадка произойдет, потому что у нас каждый день обновляется порядка 300 миллиардов клеток, да, и здесь важно, чтобы орган приживался. 7 лет он разрабатывал такую формулу. Делал, нам показывали, как сдавали кровь на гликемический индекс, на всякие инсулинорезистентные, то есть все вот это вот каждые 15 минут сдается кровь. И вообще, как бы это, говорю еще раз, это не коммерческий проект. На Wellness, зная то, что как он классно восстанавливает, подготавливает до и после операции, также зная, насколько классно обычным людям он подходит, Wellness, на Wellness. Wellness принимает полностью вся королевская семья, да, потому что это действительно шведская научная разработка. С Wellness познакомился и наш основатель компании, когда был пациентом у Стига Стена. Когда он увидел, какой классный результат, вначале он только для своей попросил выпускать для своей команды, это 300 человек, которые работают в Стокгольме, потом попросили выпускать для топов, и потом увидели, какой обалденный результат, сколько людей действительно получает эффект, уже начали продаваться сейчас Wellness в 60 странах мира. Поэтому изучите, прежде всего, изучите историю этого продукта и посмотрите, сколько. Это будет лишний раз доказательство. Я уже не буду перечислять, что в России он одобрен лучшим, Наталья Григорян, Ольга, ну я не буду об этом рассказывать. Я сейчас хотела структуру, суть вам рассказать бизнеса. И еще, почему важно, и часто, когда я сейчас обзваниваю своих партнеров, лидеров, я узнаю, что да, вы нас принимают, но принимают неправильно. Знаете, это вот я к этому разряду, вы знаете о том, что у нас 95% людей зубы чистят так, что приводит это к кариесу, 80% неправильно женщины моют голову, 80% ухаживают за лицом так, как что это приводит к преждевременное старение. И здесь также, когда начинаю опрашивать, вроде бы казалось, wellness, wellness витамины, wellness коктейль, многие принимают, но оказывается также принимают так, что он просто либо бесполезен, не приносит пользу. И вот на что нам отвечал профессор Стикстен. И почему вот происходит вот у кого-то какие-то проблемы, заболевания, сбой системы. Утром, когда мы просыпаемся, у нас кровь пустая. Пустая. И вот каждый день проходит обновление клеток. Какие-то клеточки у нас обновляются, растет клеточка в течение 12 недель, ой, 12 дней, какая-то 30 дней есть кости, клетки костного мозга, ой, все клетки. Они, кто-то там 5, кто-то 10 лет, разные клетки по-разному, но в среднем 300 миллиардов клеток обновляется ежедневно. И очень важно. Если мы, клетка, наша клетка состоит на 80% из белка, и если мы с вами будем принимать правильные белки, то будем, это будет рождаться, будут правильные клетки. Если клетка неправильная, если мы кушаем именно на завтрак неправильные белки, рождаются деформированные клетки, а деформированная клетка, она не может рождать здоровую клетку. Вот это объяснял Стикстен. И сколько бы вопросов мы ни задавали, ну как, ну почему, вот у кого какая хроника, у кого какие сбои, как получается, что это же не лекарство, а вот восстанавливается организм. Он еще раз говорит, wellness завтрак – это правильное питание, это прежде всего белок, и дальше он рассказал дальше о каких компонентах, на что, какой компонент, омега, например, это оболочка, наша клеточка, это прочность, ну, и так далее, да. Ну вот, когда еще раз опрашивая про wellness, сейчас даже проводила планерку, девушка говорит, да я вечером на ужин, на ночь пью wellness. Он практически бесполезен, потому что нужно именно начинать с wellness-завтрака. Да, кто начинает узнавать о продукции, все говорят, да, это классно, все, я вижу полезно, но это дорого. На этот вопрос, это дорого, я сейчас покажу одно видео, где будет вам показано, насколько это дорого или дешево, и насколько это полезно. Представьте, что у вас каждый день в вашем завтраке. Вы съедаете один апельсин за завтрак, одно яйцо, 100 грамм шпината, 2 банана,
625 миллилитров молока, килограмм авокадо, пол кочана капусты, стакан семечек, стакан грибов, 2 килограмма свеклы, полкило клубники, курага, все. И это все вместе, да? Если все посчитать, все совокупности, посмотрите, такой объем. Конечно же, мы все это не съедим, но кровь у нас берет только полезные микроэлементы. Все остальное это не надо. То есть все остальное мы с вами работаем, простите, но мы работаем с вами на унитаз. Поэтому не зря создавалась эта формула Стигом Стеном 7 лет, разрабатывались витамины для того, чтобы людям либо по трубочкам делать питание, либо правильно, для того, чтобы усваивалось самое главное. Вот, скажите, пожалуйста, вот здесь вот то, что вы видите, набор продуктов, который был в видео, он стоит больше, чем 130 рублей? Я считаю, что ну, вот, по ценам полкилограмма клубники уже стоит рублей 150. Я уже не говоря там о том, что другая стоимость, да, и как бы, например, поместить в желудок 2 килограмма свеклы. Естественно, мы не съедим. Вот. И вот это очень важно. Всего лишь коктейль плюс витамины 130 рублей в день. Все. Наша клетка, наша кровь начинает наполняться правильными микроэлементами, и после этого восстанавливается организм в течение определенного количества времени. Быстрых результатов ждать нельзя, потому что клеточка обновляется минимум 20 дней, 30 дней, некоторые 2-3 года, да, есть 5 лет, да. Если почитать, полазить по интернету, печень столько-то дней обновляется. Вот. Главное, чтобы мы получали в кровь микроэлементы. И согласитесь, 130 рублей в день – это не так дорого, да, вот можно сравнить это две пачки сигарет, либо еще что-то. А кроме того, когда к нам приходят новички, они сразу стартуют, и у них они получают еще подарки. Вот, когда мы делаем, если там все остальные, у нас участвуют в программе, что 3 продукта купи, 4 идет бесплатно. А для новичков бонус, вы получаете каждый каталог, какой-то подарок, и еще дополнительно получаете 13,5 тысяч рублей выгоды. Это мы с вами еще разберем. Кроме того, как я вывела формулу, что на данный момент по последнему прайсу за 12 каталог по ценам, 2 продукта wellness, коктейль плюс витамины составляет 100 баллов. Если мы умножаем эту сумму на 3 каталога, получается 10 896 рублей. Но каждый четвертый каталог мы получаем это бесплатно. И если мы поделим на 21 день, получается 129,7 рублей в день на одного человека. У нас есть также акция, но я не буду подробно рассказывать это у ваших лидеров. Узнайте, есть набор «Твоя жизненная энергия» 100 баллов, вы видите наборчик, либо 150 баллов, когда вы получаете 2 коктейля, либо еще супчик. И это выгодно, но здесь идет, потом узнаете, что преимущество каждый каталог идут бонус-баллы. И это будет, вот это у вас первый шаг будет вам самый дорогой по стоимости, потому что вы начинаете участвовать в различных дополнительных акциях от компании, и каждый раз с каждым каталогом ваш заказ, стоимость заказа будет уменьшаться. Сейчас я тоже не буду проговаривать, даже если мы учтем, что у вас будет 3 продукта только на вас, вы еще будете супчик пробовать, либо и утром, кому нужно снизить вес, и утром, и вечером будете принимать коктейльчик, то тогда вам стоить будет это 147 рублей в день, 3 продукта, да, и еще получите подарки по стартовой программе. Здесь вот разобраны примеры, когда вы начинаете размещать заказы и потом будете получать с каждым шагом по стартовой программе дополнительно, потому что если вы будете потихонечку приглашать людей, то вы будете еще получать скидку премьер-клуб 10% с товарооборота, вот на заказы 151 балл, это 3%, плюс еще доход за структуру. Сначала это будет маленький, какие-то там за структуру там 300 рублей, а потом расти структура, например, вы выходите на 6%, будет уже скидочка больше, уже доход, например, 163 рубля, он также будет вычитаться. То есть и потом постепенно эти продукты вам будут бесплатными. Вот, об этом мы с вами тоже потом позже поговорим. Но мне важно понять вам, дать видение лидеров, кто понял, как работать, как вкладывать в себя свое здоровье, на свою семью, в свою семью и получать обалденный результат, быть здоровыми и богатыми. Эти слайды я вам покажу.
То есть первый вариант такой, знаете, конечно же, эта сумма сначала стартовать, это очень дорого, но тем не менее мы с вами можем начать, например, с витаминов для своих близких, себя, муж, дети плюс коктейль, это уже 100, более 150 человек. Если мы найдем 50 семей, то вы будете директором. Здесь показано в зависимости от того, сколько человек вы приглашаете, как быстро можно выйти на карьеру директора. Вот, но я сейчас вам хочу рассказать еще о более глобальном. Как можно на второй уже каталог, на второй каталог выйти на звание директора, на третий открыть квалификацию золотого директора. Предположим, возьмем максимальный набор, да, это набор для себя wellness-коктейль плюс wellness-пэк, потому что белки у нас это составляет 80% клетки, основное, да, и микроэлементы нам нужны, это в витаминах. Как я вам показывала, кроме того, я забыла сказать, что, например, омега-3 астаксантин, это как вы съели с утра 300 грамм красной икры, либо 650 грамм красного жирного лосося. То есть это примерно, опять же таки, по стоимости это гораздо больше, чем 130 рублей, а полезности вы сами знаете как. Вы также, ваш супруг принимает wellness наборчик, вы также и ребенок. Опять же таки, коктейль, витаминки и еще дополнительно, конечно же, нашим детям нужна омега. Если они могут пить, это в жидком виде, если не могут, это капсулы. Но здесь хватает гораздо больше, чем на 21 день. Предположим, что вот вы берете набор, так, два на взрослых и на ребенка, и всего это составляет набор 250 баллов. Мы здесь не учли о том, что мы с вами каждый день, ну, я имею в виду, моем голову, чистим зубы, это уже отдельно, это мы просто меняем магазин. И смотрите, предположим, если мы берем, чтобы стать директором компании Reflame с доходом от 30 тысяч рублей, но это уже хорошая сформировавшаяся структура, закрытое звание директора, когда вы получили премию 1000 долларов, там будете автобонус получать, это мы с вами, вам потом расскажем в маркетинг-плане, но... Я хочу, чтобы вы поняли стратегию. 7500 баллов на 250 баллов только для семьи, чтобы вкладывать свое здоровье, и вы становитесь директором. Если вы чуть сократите наборчик, да, будете там 3 продукта брать, всего 3 продукта, вам нужно 50 человек зарегистрировать. Если только 2 продукта, то вам нужно 75, то есть выбирайте сами. За первый месяц ваша стратегия. Во-первых, вы, если вы примете эту философию здорового образа жизни, а у нас каждый день еще проходит wellness-завтраки, мы в чаты скидываем видео топовых лидеров со всей России. Каждый день топовый лидер делится информацией о правильном питании, потому что это залог нашего здоровья. Вы будете смотреть в записи в удобное для вас время. И будете, вам легко также будет... Вы не будете, вот это минимум, вам, ваша задача вашим людям только скидывать раз в день wellness-завтрак. Wellness-завтрак, почему важен wellness-завтрак, про питание, про омегу, просто слушайте каждый день, это занимает где-то 20 минут. Так вот, ваша задача первая, найти всего лишь 2 семьи, 2 человека, кому вы бы хотели, чтобы они были здоровыми. Например, да, для меня очень важно здоровье моих родителей. Кто хочет, чтобы ваши родители жили как можно дольше? В среднем доказано, те люди, которые принимают продукцию wellness, в среднем их организм омолаживается на 5-7, у некоторых и на 10 лет. Состояние кожи, есть состояние клеток, есть висцитониты, где это научно доказано. Кто хочет на 5 лет, чтобы его организм был моложе? Причем вы можете сами сдать вашу кровь, и где-то через 3-4 месяца сдать обратно, вы просто обалдеете от показателей, когда у вас вся и гемоглобин, то есть состояние крови улучшится намного, во много. Вас будут спрашивать все доктора, что вы сделали такое, что ваша кровь такая, она идеальная. Да? Вот. Это просто также опыт наших лидеров. Так вот. Смотрите, если вы найдете всего 2 семьи, которым расскажете, первое, как улучшить свое состояние здоровья, как сделать так, чтобы вам это было бесплатно и как можно на этом хорошо зарабатывать, это будет ваша первая неделя. Вторая неделя у каждого знакомого у нас найдется еще по 2 знакомых. И наша задача
помочь нашим друзьям или родным рассказать о wellness и подключить к здоровому образу жизни, к wellness то же самое рассказать. Скажите, можно, в принципе, найти, пообщаться с 6 семьями, да, или 6 человек найти, если очень сильно захотеть, если будет критично, да, ваша цель быть как можно быстрее, там, в первый каталог заработать 20 тысяч в первый месяц. Согласитесь, если вы будете этим заниматься, рассказывать, и у вас будет видеоподдержка, вы только будете скидывать информацию, рассказывать, это, я думаю, что можно сделать. Вторая неделя вы делаете так, чтобы у 4 людей, которые подключились, еще чтобы они пригласили по 2. 2×4 – 8. Третья неделя 2×8 – 16. Если посчитать все семьи, это 31 человек. И в среднем доход от 20 тысяч рублей плюс-минус, в зависимости, как будет строиться ветки. Это в месяц. Я просто сейчас показываю вам видение. Что вы делаете дальше? На второй каталог 16 человек, задача обучить то же самое, приглашать каждого по 2, будет 32 человека. Смотрите, и всего 63 человека. Либо это открытая квалификация золотого директора, и вы уже сможете квалифицироваться на лайнер, на юбилейную конференцию, где будет 3 страны. Это можно, потому что открыть квалификацию нужно до 14 каталога. Если вы сделаете для себя, вашей команды фокус на 250 баллов, да, если будет меньше, например, 150 баллов, то смотрим, нам достаточно 50 человек, то есть на второй каталог мы можем открыть звание просто директора. Если средний балл будет 100 бонус баллов, и у нас такие люди по структуре будут, потому что многие кто-то может использовать, взять один продукт, то вы также на второй каталог просто открываете, либо на третий каталог вы открываете звание директора. То есть все будет зависеть от среднего балла. Какую планку вы поднимете, еще раз говорю, это сумма, да, это сумма для бюджета, но опять же таки нам нужно найти еще раз 2 человека, и у каждого найти еще по 2. А там будет уже зависеть от самой ситуации. Сейчас стратегически важно до 14 каталога открыть квалификацию золотого директора, делать упор на 2 ветки. Как только у вас откроются 2 ветки, максимально переключаемся и строим 3-ю ветку для того, чтобы обеспечить отрыв. То есть это по маркетинговому плану, но мы вам все расскажем. Но главное попасть на юбилейную конференцию, потому что это 50 лет компании. Я не знаю, кто из нас доживет до следующего юбилея 100 лет, еще 50 лет, все мы живем под Богом, поэтому максимально просто вот все включайте, все возможные ресурсы для того, чтобы быстро построить 2 ветки, рассказать о том, как правильно питаясь, перейти на wellness завтраки, улучшить свое состояние, а потом сделать так, чтобы вам это было бесплатно, еще хорошо зарабатывать. Фокус на то, что нам важно построить первая стратегия, первый год работы, 3 директорские ветки, потому что 3 директорские ветки – это звание старший золотой директор и в среднем доход от 100 тысяч рублей. На самом деле математика математикой, но если мы будем приглашать 2 человека и каждого обучим приглашать по 2, то это будет 31 человек. Если мы научимся приглашать по 3 человека еще, то есть по 2 научились приглашать, еще каждого по 1 человеку научим приглашать, то есть строить 3-ю веточку, то это уже будет 121 человек. Смотрите, мы научились приглашать всего на 1 человека больше, а общая команда покупателей возрастает 4 раза. И опять же таки, мы ничем не занимаемся, не продажами, мы только организовываем, только пользуемся сами. Вот такую стратегию я хотела вам довести, чтобы вы подумали, поразмышляли, хотите ли вы получить быстрый результат, потому что у нас есть истории успеха в разных регионах, как сейчас быстро растут. И сейчас в основном все растут на wellness. Вот, ну и до следующей встречи. Надеюсь, мы с вами скоро встретимся. У нас есть обалденный проект Wellness Прокачка. У нас есть wellness-завтраки, ну и встретимся с вами в чатах. Все, всем пока, я отключаю запись.